Привет всем! С вами Рустам Багиров, и меня кое-какое время не было. Это все было для того, чтобы улучшить и звук, и свет, и качество преподавания в связи с этим. Поэтому мы с вами начнем с быстрого урока. Это будут аккорды из песни «Hit the Road, Jack». Почему я их выбрал? Потому что они легкие, они звучат всю песню, и припев, и куплет. То есть, когда вы научитесь играть эти четыре аккорда, вы можете подыграть всю песню, если кто-то будет петь или вы сами. Ray Charles, Hit the Road, Jack. И для того, чтобы начать и понять, нам нужно найти тональный центр. В данном случае я выбрал ля минор. Поэтому мы находим ноточку ля и в левой, и в правой руке. И простраиваем аккорд. Первый аккорд ля минор. Через одну. Дальше мы находим, мы спускаемся ниже, это соль мажор. Дальше мы спускаемся еще ниже, это фа мажор, через одну. И нам еще нужно ми мажор. Здесь мы не играем соль, а соль диез, чтобы был мажор. И выходит, что мне надо чередовать для пульсации с левой рукой. То есть я нажимаю один раз так, и в правой руке аккорд. Так, в левой руке аккорд, один раз так, в правой руке аккорд. И таким образом у меня получается пульсация. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Здесь очень важно, чтобы вы не тыркались одним пальцем по одной клавише в левой руке. Реально поставьте второй палец и спускайтесь вниз. Научитесь немножечко координировать. Да, это впоследствии в будущем пригодится. И поэтому мы можем петь. Для того, чтобы начать петь, нам нужно опять найти. Hit the road, Jack. Значит, мелодия начинается с ноточки ми. Ми, до, ре, ля. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Куплет является точно таким же. Спасибо за урок. Подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного.